Сергей Землюков, ректор Алтайского государственного университета, скорее всего, сохранит свой пост. Как нам сообщили сегодня в пресс-службе вуза, в ближайшее время университет получит официальный документ Министерства образования и науки о продлении его полномочий в должности ректора. Более подробной информацией вуз готов поделиться лишь после получения документа из Москвы. Пока Сергей Землюков работает в обычном режиме, рассказали в пресс-службе. Напомним, на днях ему исполнилось 66 лет, а предельный возраст нахождения на посту ректора – 65. В году минувшем контракт с ним в Министерстве образования и науки уже продляли сроком на один год.